Всем привет, ребята, с вами я, Панда Фикс, и сегодня на моем канале будет очередной видосик, и поведаю я вам о том, почему же я продал Криштиану Роналду. Я не могу сказать, что он меня плохо играл, или еще что-то в этом стиле, статов была у него великолепная. Продал я его, потому что в этой части FIFA он не такой имбовый, как в 19, 18, 17. Конкретно FIFA 20 рулит дриблинг, пейс, поэтому в совокупности Криштиану Роналду не стоит своих полутора лямов, которые они просят. И изначально я хотел бы прикупить себе Кенни Далглиша, но, как оказалось, он стоит дороже, чем Роналду, лям 700, да, статы крутые, все такое, но, порывшись немного на футбине, я нашел дешевую альтернативу Далглишу. Это Бенедер. Статы практически идентичны, не считая эффективности игрока, у него он немножко почему-то в защиту вырывается, надеюсь, это не сильно будет сказываться, но вы посмотрите на внутренние статы, практически один в один тот самый Далглиш, только заплатил я за него 130 тысяч вроде. И вы только на секундочку вдумайтесь, если Бенедер получит информ карточку, у него все статы наверняка будут круче, чем у Далглиша, если получить. Также я собрал себе все-таки флешбэк карточку Тео Уолка, та карточка выглядит очень круто, ну именно дизайн. Внутриигровые статы наверняка тоже, но слабая нога, финты, 3-3, это конечно все дико руинит. А так в целом состав мой не сильно поменялся, прикупил себе Эрнандеса, на ЦП поставил Канте, а Пуёль тут так просто для красоты стоит, чтобы в этом выпуске я сыграл за Уолка-то. Ну что, ребята, погнали! Четвертый дивизион, или пятый, я уже не помню, где точно я там нахожусь, и первый соперник, и сразу такая жесть нам попадается. Кстати, ребята, не забудьте поставить лайк под этим видосом, сделать красную кнопочку серой и написать любой комментарий. Комментарии я время от времени лайкаю, поэтому самые интересные, креативные, красивые молодые люди будут получать лайкусики на свои комментарии. Так, ребята, в общем-то, если вы не знали, я тут это в киберспортивную организацию вступил совсем недавно. Вы сейчас увидите абсолютно новый скилл. Смотрите, 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 смотрите. Ой-ой-ой, ну посмотрите, как красиво это было. Ой, Пуёль, какая у тебя жирная моделька. Вы посмотрите на нее, как будто пирожков у бабушки наелся. Так, Бенедерище. Бенедерище. Бенедер! Бенедер! Nope. Штанга! Ладно, момент он создал, уже неплохо. Так, Волка, давай проверим твою пейс и скорость. Бенедер, nope. Решай! Потом оп, потом оп. Индомбеле решай. Nope. Что я делаю не так, а? Почему я не могу занести этот мяч в ворота своего соперника? Я сижу бухаю, и мне вообще похуй. Ну что это, Минди? Ну это просто... Ну что ты, урод ссаный, без геймфейса, блядь, смотришь на меня? Смотрит вправо. Я раньше времени улетел. Все повторы посмотрел. Потанцевал, потенсил, блядь. Ну посмотрите, как он играет. Он просто бегает туда-сюда, 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 блядь. Хиты, ебучие, блядь, неудобные. Кто создает такие шорты? Что за пас? Боже мой, куда он дал этот пас? Только попробуй не забей. На! Хорошо, блядь! 45-я, моя любимая! Найс, стата, один удар, створ, один гол. И этот створ с пенальти. Вот буду как ты играть, очень интересная игра. Туда-сюда, туда-сюда. Неймар отпиздил моего центрального защитника. Неймар, тот самый Неймар, который весит 20 килограмм, блядь. Я в ахуе. Это просто невероятно. Я не хочу в это верить. Неймар 20 килограмм, блядь. Отпиздил моего центрального защитника Эрнандеса. И это второй удар в створ. Nope. Не, Эдерсон будет все тащить. Это просто псих. Неймар опять делает перехваты. Неймар, блядь. Волкот, пожалуйста. Я не знаю, что этот уебан с татуировкой на шее, блядь, возомнил, блядь. Что это, блядь? Сколько можно тащить, сын ты, блядь, кошачий, собачий? Да, кот, такие вот дела. Ты посмотри, что творится в этой прекрасной игре. Сам в ахере. Пуёль выносит мяч головой и идеально на ногу, блядь, к его набегающему игроку. Ндомбеле упал просто. Что за цирк? Что за цирк? Если вы найдете оправдание всему тому, что сейчас происходит на поле, то вы просто гений. И вам срочно нужно дать Нобелевскую премию. Просто Вернер вышел и по пустым воротам практически ударил мимо. Что я должен сделать в этом матче, чтобы забить этот блядский гол? Как ты не попал, блядь, Вернер? Что это за хуй? Я, ребята, я просто отказываюсь в это верить. Я в ахуе, кот. Чё это такое, блядь? Что это за слоу-моушен начался? Что? Всё, я...
я не хочу жить просто, блядь. Surprise, motherfucker. A little later. Отлично, блядь. Все еще какие-то зависания. Я все, блядь, я ебанусь с этой игрой. Вот живем в такое время, когда у Неймара, блядь, отборов больше, чем у центрального защитника. Вы прикиньте, блядь, вы просто, блядь, прикиньте нахуй, блядь. Я понимаю с левой, но она у нее там 4 звезды, блядь, или сколько, ну... Как можно так отвратительно ударить? Сейв, 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 блядь. Одни сейвы Эдерсона, блядь. Вы посмотрите, в хайлайтах одни ебаные сейвы Эдерсона. Давайте начнем второй матч. Блядь, ты можешь стоять, блядь, ебаный микрофон? Нахуй эти наушники, блядь. Ну нормально, все хорошо, мне стало жарко, блядь, нахуй этот пучий свитер, блядь. Just do nothing, блядь. Чё ты, блядь, инвалид ебаный, травмировался, ох, ебать, как тебя жаль, блядь. Руку повредил, ебаный индомбелия, блядь. Я скажу с ума, кумир Шевченко теперь меня будет насиловать, просто прекрасно. Не знаю, вы можете писать что хотите в стиле, ты ноешь, ты просто играть не умеешь, пусть будет так. Но происходящее на поле в прошлом матче, это было из разряда нечто невероятного. Если вы человек разумный, если вы хоть иногда в FIFA играете, вы понимаете, как эта система вообще работает. Я понимаю свой скилл, я понимаю, как я играю, но вы прекрасно видели, какие голы я пропускал и какие голы я не забивал, блядь. Вот, Марсиаль у меня теперь в защите отбирает мячи. Я не знаю, в чем прикол, но из фифки фифку, блядь, вот всегда есть вот такие вот челики, которые идеально отбирают мячи в защите, будучи нападающими. Я хз, как это работает. Нахер вообще центральные защитники нужны? Просто кидаешь 11 форвардов, блядь, и заебись играешь. Вау. Мой голкипер сделал сейв. Нойер, блядь. Спасибо тебе огромное. Хоть что-то ты умеешь, блядь. Волкот, по ощущениям, пока что какой-то кусок нечто непонятного. Что-то играет он вообще отвратительно. Мистер Макаронная Башка Сент Максимин, у которого финишинг там 60, блядь. Нойер просто пускает в ближний. Nope. Каким-то чудом я забил с отскока. Какого-то абсолютно идиотского отскока, блядь. Ну, за Волкота только вот так вот бегать туда-сюда, блядь. И все. У него только пейс есть. Так, Неймар, подкрути. Nope. Не-не-не. Что происходит, блядь? Ну нахуй, блядь, ты чё, Нойер? Просто найс, чё он забьёт, посмотрите. Такие соперники охерительные. Реализаторы 3000. Что не момент, то гол. Что не момент, то гол, блядь. Сент-Максим, башка макаронная, блядь, с финишингом 36. Конечно, гол, блядь. Вышел 1-1, мой голкипер будет сосать хуй. Все, конец. Давай, Волкот. Волкот. Посмотрите, блядь, Волкот, кусок ты говна, блядь. Ты пас, блядь, на 2 метра дать не можешь. В чем твоя проблема? Найс, статистика. 3 удара, 2 гола, как обычно, блядь. Я уже бомблю, начинаю бросаться, хуйню какую-то творить. Nope. Нужно было успокоиться, а я наоборот, блядь, полез. Я уже действия какие-то неразумные, блядь, нерациональные принимаю, блядь. Боже мой, почему Канте оказался на такой ударной позиции? Почему именно Канте забегать начал? Хуйню я забил, боже мой, какую херню я забил. Блять, вы посмотрите на эту херню. Вы это видите, блять? Теперь мне каждый матч вот на это смотреть, блять. Что это, блять? Что это такое? Что это за хуйня? Ебучая FIFA, ты че угораешь надо мной? Че это такое, блять? Теперь мне каждый матч вот за этим наблюдать. Как все лагает, все тормозит и по 4 часа ждать, пока этот матч закончится. Это невероятно. Это просто невероятно. Ты проиграл, ты на дезморали, тебя все бесит. Тебе еще вот это 3 часа показывают. Почему нельзя по умолчанию засчитать эти ебучие очки и оставить в покое мои глаза? Почему надо долбить меня этой хуйней? Типа, вы проебали, блядь. Смотрите, блядь. У вас очки отнялись. Дезморалься, мразь. Порой мне кажется, что в этой ебучей компании работают, блядь, исключительно энергические вампиры, блядь, нахуй. Которые высасывают все силы из вас. Все, блядь, нахуй. Новая тактика, блядь. Галактика. Вы сейчас отсосете, блядь. Все, блядь, по максимуму выкручено. Сейчас вы охуеете. Все, блядь, ебаные соперники. 4-4-2. Барселона плюс Реал, плюс немножко Ювентуса. I love EA команда называется. Наверняка она сейчас затащит. Включаю свою тактику Галактику. Сейчас все будет. Я просто привыкаю к новой киберспортивной тактике. Сейчас еще раскатаем эту хуйню, бля. Нет, не раскатаем, потому что там Дибала в опорке стоит. Ну, нормально, нормально. Я уже должен был привыкнуть, что у моих соперников обороняются исключительно форварды. Смотри, Дибала, бля, только что в опорке стоял, уже на форварде. Нормально, сейчас забьет мне гол. Нет, не забил. Нойер, хорош, это киберспортивная тактика работает.
Ну вот просто скажите мне, вот это вот что сейчас было? Мой игрок, отбирая мяч, срикошетил, блядь, на Напа, и он мне забивает гол. Бывает, бывает, но это нормальная история, когда, блядь, защитник помогает нападающему. А Неймар не может забить с свободной позиции. Ребята, это просто проклятый выпуск, я базарю. Я давно так сильно, блядь, не охуевал от этой игры. Найс. Я уже не верю, что я забиваю мячи и, в принципе, даже не радуюсь уже тому, что происходит на поле. А вообще, честно говоря, я уже никому не верю и ничего не жду. Блять, Неймар на 30 километров отлетел. Ты не мог упасть, блядь, чтобы пенку заработать? Я не могу понять. В чем твоя проблема? На, нахуй. Блять, Неймар, что с тобой? Он второй уже 100% момент проебывает. Что, блядь, кнопочки не так нажимаю? Что зависит тут от меня? Я нажимаю на удар, а он просто не попадает в створ. Так, Мбабич, Мбабич. Так, Мбабич, Мбабич. Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой. Какую херню я опять забил. Мне уже жалко моих соперников. Чтобы вы понимали, на добивание я удар не нажимал. Он автоматом ударил. Чё? Это пенальти! Я заранее финт сделал, и он вроде сыграл в мяч. Бля, бедный мой соперник. Видимо, он попал тоже под какой-то тильт. Вот так вот бывает. Вы думали, что дерьмо пропускать на 45-й минуте? Нет, ребята, дубль пропускать на 45-й минуте. Вот это уже настоящее дерьмо. Ну и статистика, конечно же, моя любимая прекрасная статистика. Один удар и сразу гол. Замечательно. Моя тактика-то работает. Вы чё, киберы? Крутьте, вертите там свои плашки. Все на максимум выкручиваете и все, блядь, нахуй. Профи. На, нахуй, блядь. Вот вынимай, просто вынимай, блядь. Да не забьешь, не забьешь. У меня супер тактика стоит, бро, даже не пытайся. Лево, можно еще один закрутить. Хорош. Вы что думали, я вам хуйню втираю? Да нихера, ребята, пользуйтесь тактикой. На экране, просто наслаждайтесь. А почему Пуёль оказался на позиции форварда, я не знаю. Ну ладно, 6-1. Опять эта херня, выигрываю, проигрываю. Один хер, какие-то лаги дикие начинаются. Посмотрите на эти прекрасные движения футболиста. Как реалистично двигаются шорты. О боже. Шесть ударов, 17 створ. А стоило лишь только поменять тактику. Смотрите. Как эта игра работает? Что в голове, блять, Ндомбеле? Просто идеальнейший пас выкатывает на ногу Суаресу. В общем-то, ребята, фаст рецензия на моих игроков. Пуёль, Квиксел. Вот у Бенедера еще есть потенциал остаться в моем клубе. В принципе, норм, типок такой оказался. Но Волкот это вот просто ничего. Просто пустота на поле. Возможно, из-за того, что я много агрессировал и рейджил, я не прочувствовал. В любом случае, он у меня идет на банку. Потому что у меня тут Леонид феерит. В общем-то, ребята, вот такой вот видос получился. Наверное, не самый веселый. Ну и пишите в комментариях, что думаете про все это дело. Ну, пишите там, играть не умеешь, много ноешь, там еще какая-то хуйня. Ну, в общем, вы поняли. Ну, или пишите какие-нибудь конструктивные, развернутые сообщения. С вами был я, PandaFX. Давайте наберем под этим роликом 99 тысяч миллионов лайков. И вы будете жить вечно. Все, всех люблю, обнимаю и всем хорошего настроения. Пока.